Короче, здорово, мужик, представься, откуда ты, из какого города, сколько лет, как зовут? Значит, меня зовут Назар, а мне 23 года. Украина? Да, Киев. Киев, понятно. Какой у тебя вопрос? Значит, следующий вопрос. Вот довольно-таки распространенная ситуация. Есть, ну, молодой человек, типа меня. Значит, в принципе, может там соблазнить девушку, даже красивую. Вот. Но чтобы с ней завести отношения, девушка, девушке достаточно высокие требования. То есть там им да, прям нужна машина и так далее, квартира какая-то своя в Киеве, ну и прочие вещи. Вот, комфортная жизнь. Вот, и для этого нужно больше денег. То есть какие, я вижу два варианта. Первый вариант, ну, который я сейчас выбрал, это на отношения не обращать внимания и, в принципе, зарабатывать деньги. Вот, а вот так вот. Потому что как бы девушка, которую я себе могу заинтересовать на отношения, она мне не настолько нравится. То есть, вот. В принципе, вот такая ситуация, если какой-то лучший выход, чем у меня, вот, то тогда мне было интересно услышать. Да, смотри, значит, ты мне говоришь про два варианта, я пока услышал только один, типа, что забить на отношения, зарабатывать деньги. А второй вариант какой еще раз? Ну, второй, да, есть второй вариант, который можно, да, завести отношения с девушкой по уровню ниже, чем та, которая, ну, как бы я хочу. Поэтому вот такой, в принципе, вариант, но я как бы такой пробовал, но мне такой не очень понравился. Ну, то есть ты сейчас... У меня пропадает, да, я могу там месяц простучаться, но уже... Если я вижу, я уже привык, что я могу относительно много выше уровня. Мне как бы ниже уровня уже не очень. Сейчас, поэтому подожди секундочку, я понял. Сейчас, одну секунду. Сейчас, одну секунду. Какой-то Влад звонит. Алло, сейчас. Алло, мужик. Алло, здорово. Ты на 16 записан, да? Смотри, так или иначе, мы с тобой... Мы с тобой в 16, а это тот, который вот 16 будет, 33-летний, да? Да. Мы с тобой... Нет, это 20-летний, это Влад. 15-летний. Сейчас, подожди секунду, тогда я сейчас... Значит, смотри, Назар, то есть... у тебя есть, как ты говоришь, два варианта, ну, что я могу тебе сказать, смотри, что... Ну, вопрос такой попутный, ты созрел уже для того, чтобы... Можешь выключить видео, пока тебе так удобнее. Ты созрел для того, чтобы эти отношения, как бы, ну, созрел ли ты для того, чтобы эти отношения, как бы, уже, ну, начать создавать? Чего тебе больше хочется самому? Конечно, я созрел, в принципе, все давно. Только единственная просьба, говори это в микрофон, когда спрашиваешь. Смотри, значит, ну, пока можешь выключить видео, тебя все равно пока не снимаем. Значит, смотри, а ты допускаешь такой вариант, что ты до 40 лет, допустим, ну, не заработал? Ну, понятно, что никому не хочется это слушать, да? Но у меня есть знакомый мужик, который в 40 лет себе купил первый автомобиль. То есть, там, что-то в 45 он уже ездил там на джипаре на каком-то. Ну, то есть, у него все поперло вот после 40. Я к тому, что да, если допустить вариант, что у тебя до 40 лет ничего, не дай бог, не будет, да, то по твоей логике, значит, до 40 лет не надо заводить семью, отношения там и так далее. Ну, в принципе, да. Смотри, значит, другой вопрос, что... Если бы это была моя мама, она бы сказала, что ты не тех женщин выбираешь, да, надо выбирать попроще, ну, или любая мама, я думаю, твоя тоже, да? Типа там для семьи и так далее. Смотри, значит, я все-таки считаю, что есть девушки, как бы, которые и выглядят достойно, да, ухоженные, там, интересные, востребованные, классные, сексуальные, и при этом с ними можно создать семью. То есть вопрос в том, как ты, ну, себя позиционируешь, как ты себя, в себя их влюбишь. То есть если... Почему те девки, с которыми ты, говоришь, общаюсь и понимаешь, что их требования слишком завышены для меня... Потому что, ну, это действительно девушки другой там душевной конституции. И плюс, если ты такую девушку влюбишь в себя, то так или иначе она, если надо будет, не знаю, сама там будет жить с тобой в лесу какое-то время, если понадобится. То есть, значит, здесь проблема не столько в этих девушек, столько в том, что ты их не можешь в себя влюбить. То есть чего-то внутри не хватает. Возможно, как раз этого самоощущения, что типа у них что-то есть, а у меня чего-то нет.
И, возможно, это тебе и мешает. То есть здесь однозначно надо искать себе женщину достойную, классную, самую интересную, да, там, соблазнять, влюблять. И по-хорошему, ну, если девушка как бы нормальная, понимающая, она понимает, что если сейчас у тебя ничего нет, то в тебе есть какая-то перспектива, да, то есть ей важнее показать твое стремление сейчас. Ну, нет у меня тачки, да, но скажи ей, что у меня есть цель, я в конце года себе куплю машину, то есть и не волнует. Заодно какую-то декларацию тем самым ей озвучишь, что, типа, назад дороги нет, придется зарабатывать. Вот. Если она увидит в тебе вот этот потенциал, то я думаю, что нормальная девушка готова будет потерпеть какое-то время, чтобы, ну, у тебя все наладится, и у вас, ну, будет вместе все хорошо, нажито. У меня такой вопрос, это как бы, есть такая практика, ну, это как практика, такое срабатывает или не срабатывает, такой подход? Почему нет? Срабатывает. У меня есть много знакомых девчонок, таких, которые причем сами какое-то время обеспечивали своего мужика. То есть она говорит, его уволили с работы. И я его там, я работал за нас двоих, я снимала квартиру, там девчонки как бы, ну там такие небедные. Вот. Но они, говорит, нас просто в какой-то момент покоробило, и мы сломались от того, что мы поняли, что чувак там за полгода вообще, ну не знаю, все это время сидел на диване, то есть... Многим из них важно хотя бы то, что ты что-то делаешь. Если ты уже направляешься к какой-то своей цели, значит, все нормально. Я тебе говорю, что есть несколько категорий женщин, и есть совершенно такая вот циничная категория, да, может быть, про которую ты говоришь. Но такие тебе и не нужны. А есть девки ухоженные, красивые, целеустремленные, статусные, классные, интересные, сексуальные, но при этом... Они не настолько еще аматериализовались, то есть они готовы, допустим, если им скажут, вот тебе чувак, который тебя будет, там, не знаю, в золотой клетке держать и катать тебя на яхте, но ты его будешь не любить, либо мужик, который, в принципе, в перспективе может чего-то добиться лет через пять, но ты будешь его любить, они, скорее всего, выберут вот эту любовь, потому что, слышно? Алло, слышно? Тут пишут какие-то неполадки в соединении. Алло. Бля. Сейчас восстанавливаем связь. Все нормально, парень идет. Да я сейчас, тут связь прервалась, сейчас, секунду. Я что-то важное хотел сказать. Сейчас, не забыть. А, я вспомнил. Для ребят, которые вообще соберутся в следующий раз на такого рода консультацию, заранее просьба, что сделайте так, чтобы качество связи было нормальным. Это нужно и вам, и мне, ну, там, нам обоим в первую очередь. Потому что вот сейчас чувак с телефона, да, откуда-то там с улицы, вот сейчас связь прервалась, не можем дозвониться. То есть, ну, Назар, ты свой вопрос увидишь, я думаю, в этом, если даже сейчас не дозвонимся, я вырубаю пока. То есть смотри, если девушки как бы в принципе были изначально из богатой семьи, то они уже как бы привыкли к деньгам, да, но и они знают, что им их все равно кто-то даст, там не ты, так родители. И поэтому, возможно, им как раз не хватает не финансовой составляющей, а каких-то эмоций, какой-то там любви, не знаю, каких-то вот переживаний, там, чтобы она об этом мужике думала и так далее. Поэтому, если тут думать, что таких можно привлечь только деньгами, то нифига подобного, потому что, ну, таких, как они, вот, девушек из высшего общества, деньгами не заинтересуешь. Есть другая категория женщин, которые, там, бедные, из колхозов и так далее, я их тоже прекрасно понимаю, им хочется устроить как-то свою жизнь, и поскольку они слабые девушки, да, они вынуждены как-то ее устраивать вот таким вот образом. Девчонки, а можно попросить, если не трудно, вот, в том зале посидеть? Очень будем благодарны. Если не сложно, конечно. Спасибо. Выгнали народ из шоколадницы. Вот, смотри, есть категория девушек, да, которые идут по головам, лишь бы только там захватить себе богатого мужика. То есть такие тебе, наверное, и не нужны. Можно найти какую-то золотую середину. Вот сейчас я, допустим, общаюсь там с девушкой, которая явно... Сейчас, подожди. Которая явно там, ну, более богата, чем я. Ну, как богата? Ей там, допустим, помогли, как я считаю, родители, да, и так далее. Но она со мной общается и явно, ну,
не из-за того, что там деньги или не деньги. Здесь другое. То есть, ну, им нужен мужик, им нужен человек, который будет главным, который будет говорить так, блядь, будет по-моему, который будет брать на себя ответственность, с этим вообще проблема большая в последнее время, который будет доминировать, давать разные эмоции, классно заниматься с ней сексом, ну, будет самим собой, не будет пытаться подкупить ее какими-то материальными вещами, будет таким, какой он есть. У которого будет клевая жизнь, пусть не самая богатая сейчас, но богатая в перспективе, у которого будет куча целей, амбиций, планов, то есть, который занимается собой. Будь таким, и, ну, опять же, то, что вот предыдущая консультация, которую мы выложим вот тут на днях, то есть, пока ты из-за этого паришься, Вселенная будет тебе притягивать вот эти ситуации. Как только ты из-за этого перестанешь париться, то есть, ну, этого не будет происходить, чувак. То есть как-то так. Ладно, поскольку ты сорвался, я, ну, отвечая на твой вопрос, резюмирую, да, то, что, естественно, ты говоришь, там, деньги надо зарабатывать. Но еще раз, никто не знает, когда ты их заработаешь. И заработаешь ли вообще, но этого, естественно, никто слышать не хочет. Я верю в тебя, да, что если ты стремишься к этому, это все равно будет. Вопрос, когда... Сейчас, секунду, я отвечу даже. Алло, Назар, я вот сейчас отвечаю на твой вопрос, то есть часть текста ты пропустил, но ты это увидишь на YouTube-канале буквально вот завтра-послезавтра. Вот, и как бы сейчас просто, раз уже связь прервалась, давай тогда это, ну, я сейчас договорю одну фразу, ты задашь еще пару вопросов и закончим. То есть там вот развернутый ответ ты увидишь на канале, да? Да, не вопрос. Смотри, я тебе сейчас говорил о чем, что, чувак, как бы никто не знает, когда ты сможешь их заработать, эти деньги, да? Но жизнь такая штука, что ее откладывать на потом нельзя, потому что есть такие люди, которые работают, работают там до 40, да, а потом вдруг понимают, что сейчас у меня и деньги есть, но нет того самого главного ресурса, который у меня был, это молодость. Вот. И лучше все-таки найти сейчас девушку, которая примет тебя с тем финансовым положением, которое у тебя есть, и пройдет с тобой какие-то определенные испытания, трудности, там, ну, вместе к чему-то придете, да? То есть, зато ты будешь точно знать, что она тебя выбрала, там, через 5 лет, ты посмотришь на нее, скажешь, блядь, эта девушка повелась на меня не из-за того, что я там ей там что-то подарил, а потому что я такой, какой я есть. Суть, как бы, суть пикапа в том, чтобы заинтересовывать женщину своей личностью, самим собой. Поэтому я бы не стал откладывать жизнь на потом. Делай все параллельно, успевай все параллельно. Да, говори. Я понял, хорошо. Такой вопрос, вот еще. Значит, нужно, ну, чтобы, значит, девушку завести, предыдущие мои опыты, когда я такое делал, мне приходилось на это тратить достаточно времени. Ну, достаточно. Вот. И, в принципе, здесь такой вопрос. Я могу действительно поработать, работать, искать девушку, которая будет вестись, то есть на такое состояние, которое у меня есть, это один вариант. Либо я это же время трачу на то, что я прокачиваю себя и зарабатываю больше, за счет этого становлюсь более... Мужик, еще раз, если ты хочешь, ну, как бы совет, делай и то, и другое параллельно. Потому что ты сейчас прокачиваешь себя, ты ходишь в зал, ты ходишь... там, на какие-то тренинги, ты зарабатываешь бабки, но если у тебя в это время не будет женщин даже для секса, женщин того качества, там... Нет, то есть для секса... Не, подожди, я тебе говорю, там, ладно, ну, там, для эмоций, для классного времяпрепровождения в таком случае. Женщин, там, того качества, которое тебе нужно. То ты все равно, прокачивая себя, не будешь чувствовать себя внутренне полноценно хорошо. Поэтому я не знаю как, но успевай делать все. В этом хорошо, весь прикол. Поэтому вот, допустим, пример. У меня сломался телек какое-то время назад. Я сейчас только понимаю, что это к лучшему, потому что, ну, то есть такие вещи, как телек, допустим, отвлекают. По идее, время можно найти всегда. То есть можно найти и на качалку, и на тренинги, и на зарабатывание денег, и на девушек. То есть расписывай свою неделю, пиши какой-то план примерно, там, как ты будешь там тратить свое время, не знаю. Пройди тренинг по тайм-менеджменту какой-то. Хорошо, смотри, Вова, такой вопрос. Вот, допустим, возьмем твой совет, такой, какой он есть. Какой вот режим
оптимальный, как распределять время, то есть, чтобы это сработало. Ну, как вариант. Мужика, нет такого режима, вот, то есть он каждый индивидуален, да? Потому что, допустим, ну, делая это, ты в какое-то время поймешь, что чем-то придется немножко жертвовать, чему-то придется в ущерб делать. Ну да, то есть... У меня, допустим... Да-да-да. Вова, смотри, то есть я, в принципе, этот процесс у меня длится около года. Ну, то есть в начале года я думал себе, что я... Мужик, ты пропал. Ну все, короче, так и так время заканчивается. Услышишь это, Назар, здесь на, как бы, на Ютубе. Смотри, то есть у меня было такое, что было 4 девушки одновременно, допустим, вот недавно. Я понимаю, что это все, ну, забирает кучу времени, кучу энергии и там отнимает его от работы, от чего-то еще. Вот. То есть какое-то время, возможно, нужно расслабиться. Если тебе сейчас это приносит кайф, ну поживи так месяц. Ты пожил так месяц, понял, что я присытился, перенасыщение какое-то, все, хватит, и, ну, доказал себе что-то, не знаю, что-то почувствовал там. Всех посливал, не знаю, в это время начал заниматься каким-то там, увеличением продаж своего бизнеса или там лишний раз начал ходить в качалку. То есть пробуй так или так, пробуй искать какой-то оптимальный баланс. Ну, как-то так, мужик. То есть, ну, однозначно, еще раз подводя итоги, не надо чем-то жертвовать ради чего-то в жизни, потому что жизнь такая, что деньги деньгами, но в погоне за деньгами, за благосостоянием люди забывают жить. А вот в этом самое печальное, потому что когда у тебя они будут, может так оказаться, что ты будешь реально старым чуваком и... Да, тебе больше нахер не надо будет. Тебя эти деньги не будут радовать, потому что рядом не будут бегать какие-то там твои дети, да, там в футбик играть маленькие. Не будет жены, или ты поймешь, что, не знаю, там, ты не трахнул ту там Таню с 10 Б там в свое время, или что-то еще, потому что пошел там в это время подрабатывать. Не знаю. Как бы соблюдай какой-то баланс, но ни от чего в жизни не отказывайся. Все, давайте, удачи.